Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенко. Добрий вечір. Сьогодні у Гомелі почалися урочистості до Дня Незалежності Республіки Білорусь. Святочну програму відкрили мітинг на Алеї Героїв і урочистий сход у громадсько-культурному центрі. Подробязності у репортажі Настасії Кучинської. Ветераны войны, керавництва в области и города, представники працовных коллективов, церквы, громадских организаций, школьники и студенты. На аллее героев сотни людей. Усе пришли отдать данину памяти воинам, что ценой своего життя подарили нам махчимость означать свято незалежности. У 40-е годы минулого стагодия немецко-фашистские оккупанты нанесли велизарный урон народной господарце Гомельской области. Были изничены каля 5000 промысловых предприемств. Усе электростанции спалены больше за 1000 весок. Фашисты изничтили звы 200 тысяч человек. Трагичные факты нашей истории не губляют своего значения для каждого нового поколения жихаров Гомельщины. Мы отмечаем все даты, связанные с Великой Отечественной войной. А день вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников шануем особливо. Радостно, что на этих мероприемствах и зараз еще присутствуют люди, которые бачили войну своими очима и которые наблизили приход великой перемоги. Мы счастливы, что живем под мирным небом, что у нас нет никаких катаклизм ненужных в стране. И мы все счастливы, что такой праздник можем встречать с большим энтузиазмом, с патриотизмом и большой радостью для всего нашего народа. Тих, хто сьогодні прикладывает намагання для розквіту Гомельщини, ушановують у городском громадсько-культурном центре. Під час урочистого сходу узнагороджують людей, яким у этом году присвоено гоноровое звание «Человек года». За рупливую працу, высокие моральные и профессийные якости сьогодні его присвоили командиру войсковой части 1242 Алексею Кузьменку, генеральному директору Гомсельмаша Александру Камко, директору сельгазпредприемства «Звезда» Чачерского района Галине Трибунах, головному врачу Мазырской центральной городской поликлиники Игорю Баранову, а так само трактористу-машинисту сельгазпредприемства Судкова Хойницкого района Алене Волковой и старшему тренеру национальной команды Беларуси по веслованию на байдарках и каное Геннадию Галицкому. Я считаю, это не сколько моя награда, сколько награда всего коллектива, который помогал мне в прошлом году завоевывать медали. Их мы завоевали немало. 12 золотых медалей в прошлом году завоеванных на всех крупнейших турнирах года. И поэтому огромная благодарность и администрации ШВСМ, и психологам, врачам, которые работают с командой, и просто сотрудникам грибной базы, где мы последние 3 года готовимся. Хочу напомнить, что именно 3 последних года мы тренируемся и готовимся в Гомеле ко всем крупнейшим соревнованиям. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Самое масштабное национальное свято – День Незалежности Республики Беларусь – имкливо наближается. И разом с тем на Гомельщине протягиваются урочистости, примеркованные до этой знаковой даты. Я думаю, что наибольшая видовищная и культурная программа будет непосредственно 3 липеня. Об головных святочных мероприемствах, которые запланованы у Гомелю День Незалежности Республики Беларусь – репортаж Вероники Ворошилиной. По доброй традиции, головное национальное свято День Незалежности Республики Беларусь у Гомеля распочнется урочистым шестем по головной улице города. У 10 годин раницы гэты парад объединяет ветеранов, представников областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Завершится святочное шесте церемонию складания вянковых кветок до мемориалу «Вечный огонь» на площади працы. Затем на пляцовце каля медицинского университета будет ладиться яскравая концертная программа. У целом 3 липень для гомельчан и гостей областного центра будет подрихтована сапраўды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Приглашаем всех пройтись по всем нашим площадкам, которые будут организованы до 3-5 часов в центральной части города. Мы приглашаем на праздник вышиванки. Впервые в этом году в рамках Года культуры запланированы такие мероприятия. Это улица Ланги, улица Белецкого. А во второй половине дня мы приглашаем всех в районы. Это зона отдыха Пруды в Новобелице, это проспект Космонавтов, железнодорожный район, это безусловно, и микрорайон Костюковка в железнодорожном районе будет также организована площадка. Ледовый дворец, центральный район и, конечно же, Любинское озеро у Советского, в Советском районе. По традиции, яскравой финальной кропкой святкования Дня Незалежности Республики Беларусь у 22 годины 50 хвилин станет акция «Спяем гимн разом» на пляцовце для Ледового палаца. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем офарбуют прыгожие салюты и фейерверки. Маляуничее пиротехничное шоу протягнется не меньше, как 7 хвилин. До речи, у День Незалежности фейерверки успыхнут над святочными пляцовками и у районах города над Сожем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио.
телерадиокампанія «Гомель». Об тем, как гомельчане рыхтуются до головного национального свята Дня Незалежности Республики Беларусь и какие с традиционных мероприемств избираются наведать 3 липеня, наша здымочная группа спытала у самих горожан. Пойдем в город, будут выставки, будем смотреть. Вместе с городом будем встречать праздник. Мы поедем на дачу, на природе, в толпе народа. Мы не предпочитаем отвечать. Обычно мы ходим на парад, посещаем различные выставки, фотографируемся и ходим в кафе. Праздник наш, День независимости, будем праздновать всей семьей. Пойдем на речку, загорать, купаться с внуками, с детьми. Пойдем смотреть с семьей парад, выставки, будем концерты смотреть. Гэтай падзеі жыхары Жлобіна чакалі амаль 3 гады. Пасля капітальнага рамонту пачаў працаваць адзіны ў горадзе кінатэатр «Радзіма». Доўгачаканы падарунак жыхары райцэнтра атрымалі напярэдадні Дня Незалежнасці. Наша здымачная група даведалася, у якіх умовах жлобінчане будуць знаёміцца з навінкамі сусветнага кінапракату. Першы кінапаказ у «Радзіме» адбыўся ў 1954 годзе, апошні перад капітальным рамонтам у 2013. За 3 гады на рэканструкцію выдаткавалі больш за 13,5 мільярдаў да дэнамінацыйных рублёў, 3/4 сумы з абласнога бюджэту. Свой уклад унеслі жыхары горада. Амаль 500 000 яны сабралі падчас суботнікаў. Рамонт зрабіў з радзімы кінатэатр, які адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. Утульныя крэслы і новае абсталяванне, у тым ліку і 3D-сістэма. Абарудаванне, которое установлено здесь, соответствует самым высочайшим требованиям мирового кинопоказа, как мирового, так и голливудского. То есть мы сможем на этом оборудовании демонстрировать все премьерные киноновинки в самом высоком качестве, которые на сегодняшний день существуют. То есть это оборудование по качеству не уступает лучшим кинотеатрам города Минска и города Гомеля. Сучасная «Радзіма» – премьерный кинотеатр. Это значит, что жлобинчане будут знакомиться с новинками кинопрокату разом с глядачами усяго свету. Например, премьера фильма «Тарзан. Легенда» одночасово отбудется у Жлобине и у США. До того же, отповедности с сучасными тенденциями, у ближайшем будущем «Радзіма» станет не просто кинотеатром, а местом, где горожане смогут отпочить и повеселиться. Сейчас для кинотеатра очень важно, чтобы он действительно стал популярным местом отдыха у жителей и гостей города. И для этого будет делаться все необходимое, чтобы это был не только кинозал, но и кинозал, который был оснащен комплексом дополнительных услуг, как-то услуги кинобара, как-то услуги каких-то игровых аттракционов. Для этого есть условия, созданы условия, то есть чтобы люди сюда могли провести полноценное время не только за просмотром фильма, но и получить какое-то удовольствие от других видов развлечений. Открытие кинотеатра падзея доўгачакана и знаковая яшчэ и тому, что у райцентры заўсёды любили кино. До реконструкции «Радзіма» была у лидерах по глядацким интересе. А 3 гады, покуль вялася реконструкция, жлобинчане, каб поглядеть киноновинки, ездили у соседней Рогачоў. Мы очень этого ждали, ждем. Уже, мы надеемся, что это так же, как и в Рогачеве будет этот кинотеатр, что будет также пользоваться популярностью, что уже не придется ездить туда. Приятно, радостно видеть и само здание, и сам антураж внутри помещения, ну и в первую очередь лица людей, особенно лица детей, с какой радостью они идут сегодня в кинотеатр увидеть новые сегодняшние фильмы. У тем, что обновленная «Радзіма» станет одним из культурных центров города, сомневаться не приходится. Билеты на ближайшие сеансы начали расходиться уже у первых хвилин работы. До того же, их уже в худком часе можно будет набыть и през интернет. У системе предприемства «Гомель» на видеопрокат 20 кинотеатров. «Радзіма» стала 10-м кинозалом, які оснастили сучасным лічбавым обсталяванием. Работа по модернизации протягнется. У ближайших планах принести лічбавые технологии у еще один буйный райцентр – Светлогорск. Максим Савин, Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобина. Протягиваем выпуск. У Беларуси сегодня проведена деноминация официальной грошовой одинки белорусского рубля. Яна запотребовала переналадки усяго банковского обсталявання. Гэтая праца почалася яшчэ минулой ночью и была завершена до 6 гадзін раніцы сегодняшнего дня. Наступным кроком стала загрузка банкоматов деноминованными банкнотами. И уже с початком працоўнага дня можно было снять новые гроши. Уже у 2 гадзіны дня 90% банкоматов Гомельщины
краіны былі забяспечаны новымі купюрамі. А ў 4 ахоп дасягнуў 100%. Дарэчы, спецыялісты пакідалі верагоднасць пазаштатных сітуацый і былі гатовыя да ўсяго. Аднак пры пераходзе на новы рэжым працы ніякіх збояў не адбылося. Банкамат на данный момент будет выдавать только новые деньги образца 2009 года. Все прошло в штатном режиме, сбоев никаких не было. В принципе, ничего не произошло, только на данный момент будут ходить купюры и старого, и нового образца. Самое главное – не запутаться. Таким гэты дзень быў для банкаўскіх работнікаў, якім жа ён стаў для іх кліентаў, нашы корэспандэнты запыталіся ў жыхароў абласнога цэнтра. Вот только что подошла к банкомату, хотела бы посмотреть сумму на карте, на счете. Без проблем показали сумму уже в белорусских рублях, в новых. Поэтому никаких проблем, абсолютно, пожалуйста, можете пользоваться, никаких сбоев. В частности, у меня проблем никаких не вызвало. Просто предварительно, подходя к банкомату, нужно держать в голове сумму, знать, сколько это в новых рублях. Постояв в очереди и поделив на 10 тысяч, никаких трудностей не вызовет получить деньги. Сегодня я делала покупки. Вот была ярмарка интересная довольно-таки. Я вот два раза туда заходила, а сегодня пришла со старыми деньгами. Никаких проблем не было. Купила небольшую покупку в двух ролетах этих. Ничего не было, никаких проблем. Старые денежки взяли, сдачу дали тоже, правда, старыми деньгами, ну и все, никаких проблем. Я думаю, ни у кого не было, не только у меня. Пришел покупаться и рассчитывался новыми деньгами, ничего сложного не было, морально были подготовлены. Единственное, страх не ошибиться в сдаче. И так, ничего сложного. Никаких особых ситуаций неординарных не было, просто новые деньги, немного непривычные. Через банкомат я получила в банкомате. С техникой не было проблем, была чему очень удивлена. Мы, честно говоря, готовились на более долгий срок какого-то сбоя. Летом повышается рызыка несчастных выпадков с уделом неполнолетних. У першую чергу на воде. Обмерковать ситуацию у Гомельским облаканкаме собрались представники улады, адукации, милиции и інших затекавленных ведомствов. За апошнія 5 месяцев на Гомельщине загинули 40 детей. 5 летальных выпадков отбылись у червени. И все на водоемах. Дети загинули у Речицы, Лельчицким, Будокошалевским, Гомельским районах. Как отзначили удельники областной нарады, хлопчики и девчонки не завсёды правильно оценивают узровень небезпеки той или иной забавы. Научить детей быть осторожными, не рисковать своим здоровьем и життем – это обязанность дорослого человека. В Гомельской области принимаются разные меры для попереджения дитячей смертности. Проводится великая адукационная работа у научальных установок, организовываются рейды на местах отпочинку. И все ж таки головная задача у захования дитячих життев ускладена на батьков. Экономисты, бухгалтеры, электрики и люди інших профессий, якія працуюць у подразделениях департамента аховы Гомеля, на пару гадзін примерили спортивную форму и померыліся физичной подрыхтовкой. Городская спартакіяда першасных профсоюзных организаций отбылася на базе Центра профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорту Гомельского областного департамента аховы. Спаборніцтвы собрали 40 человек, інакш кажучи, 5 команд. Их чакали 7 спортивных выпробаванняў, выніки яких вызначили мацнейших удельников. Дарэчы, традиция спартакіяды зарадзілася ў минулым годзе. Тады ж были заснаваны пераходзячыя кубки для тройки пераможцаў. Аднак без подарунков у любым выпадку не засталася ни одна команда. Гэта ж правілы вырашылі захаваць і ў гэтым годзе. Дапамог зрабіць гэта і падтрымаў ідэю фінансава Гомельскі абласны камітэт прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых установ. Завтра у вечернім ефіры глядачы телеканала «Беларусь-4» змогуць убачыць телеверсію фіналу абласнога дзіцячага телевізійнага конкурсу «Вядучых. Юная телезорка». За 5 месяцаў 23 фіналісты прайшлі ўсе этапы правядзення конкурсу. Тое, чаго гэтыя юнакі і дзяўчаты дабіліся, яны прадэманстравалі на сцэне Гомельскага абласнога драматычнага тэатра падчас заключнага этапу сумеснага праекта телерадыёкампаніі «Гомель» і ўправлення адукацыі Гомельскага аблыканкама «Юная Телезорка». У зале панавалі хваляванне і захапленне, чаканне і слёзы радасці. Журы назвала імёны пераможцаў, якія стануць вядучымі дзіцячай перадачы. Хто яны, вы даведаецеся з тэлеверсіі фіналу, якая выйдзе ў эфір заўтра ў 18 гадзін на тэлеканале «Беларусь-4». На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і ў вобласці. Заставайцеся з намі.